Привет, дорогие мои! Сегодня 11 января. На улице метет снег, поэтому я в шапке. Мы с вами идем в Фикс Прайс за селфи-палкой. Все-таки хочется туда дойти. Так что вперед! Снег очень сильный. Если будет задувать, и вам не будет ничего слышно, то уж прощайте. Вернее, простите меня. Сейчас мы с вами найдем этот Фикс Прайс. Ух ты, как тут все красиво украшено. По-новогоднему. Елочки, шарики. Красотища. А тут желтенькие. А тут натуральные елочки. Наверное, живые. Хотя не факт. Мне очень хочется вам еще один стих рассказать Дмитрия Кедрина, который называется «Беседа». Не знаю, понравится вам или нет. Улочка классная. Очень красивая. Итак, беседа. Пока тут тихо, расскажу. На улице пляшет дождик, там тихо, темно и сыро. Присядем у нашей печки и мирно поговорим. Конечно, с ребенком трудно, конечно, мала квартира. Конечно, будущим летом ты вряд ли поедешь в Крым. Еще тошноты и пятен, даже в помине нету. Твой пояс, как прежде, узок, хоть в зеркало посмотри. Но ты по неуловимым, по тайным женским приметам испуганно догадалась, что у тебя внутри. Не скоро будить он станет тебя своим плачем тонким, и розовый круглый ротик испачкает молоком. Нет, у тебя под сердцем, в твоих золотых потемках, не жизнь, а лишь зависть жизни завязана узелком. И вот ты бежишь в испуге прямо к гомеопату. Он лыс, как головка сыру, и нос у него в угрях. Глаза у него на выкат, и борода лопатой. Он очень ученый дядя, и все-таки он дурак. Как он самодовольно пророчит тебе победу. 15 прозрачных капель он в склянку твою нальет. 5 капель перед обедом, 5 капель после обеда. И все как рукой снимет. Пляши опять фокстрот. Так значит, сын не увидит, как флаг над советом вьется, как в школе 1 мая ребята пляшут гурьбой. Послушай, а что ты скажешь, если он будет Моцарт? Тот нерожденный мальчик, вытравленный тобой. Послушай, а если ночью он вдруг тебе приснится? Приснится и так заплачет, что вся захолонишь ты. И жалко взмахнут в испуге подкрашенные ресницы, и волосы разовьются старательно завиты, и хлынут горькие слезы, и начисто смоют краску. Хорошую, прочную краску из темных твоих ресниц. Помнишь, ведь мы читали, как в старой английской сказке к охотнику приходили души убитых птиц. А вдруг, несмотря на капли мудрых гомеопатов, непрошенной новой жизни не оборвется нить? Как ты его поцелуешь? Забудешь ли, что когда-то этой же рукою хотела его убить? Туман голубой клубится, глазок из-под лобья смотрит, лукавый и голубой. Пускай за это не судят, но тот, кто убил, убийца. Скажу тебе правду, ночью мне страшно вдвоем с тобой. Курточки красивущие.
А мы, ребятки, с вами ищем фикс прайс. А тут все. Новый год. Новый год. И снова эти прекрасные сосульки. А, красота. Снежок уже потише идет. И все равно еще идет. Где же этот фикс прайс? Сейчас найдем. Обязательно. Девушка, извините, а вы не знаете, где здесь фикс прайс? Я не знаю, сама видите по навигатору. А, тоже ищите. Тоже не знает девушка. Ну ничего. Это что такое? Чистинский продукт. Но это не то. Ага, вот у меня тоже там интернет. Ручка замерзла. Очень. Ну ничего. Троллейбусик поехал. Да, многие так в Питере ходят по навигатору. Экономический факультет. Ай. Не знаю, куда я зашла, но куда-то зашла. В общем, я не нашла. Все, дорогие мои, я с вами прощаюсь. Прекрасного вам вечера. Чудесного-пречудесного. Посмотрите, какая красота. Прям сказка. Такой снежный Питер. Очень красивый. Просто сказочно. Извините, а вы не знаете, где здесь фикс прайс магазин? Не знаете, да? Я сама тоже иду, разведку делаю. Сбербанка наверняка, говорю, в центре не найдешь. Аптеку вот вроде. Ой, Сбербанк это там далеко есть, туда аж к Восстанию. Да. Ну, не Покирочный? Покирочный Сбербанк есть аж там, на этом уже, на Литейном или как его. На Литейном там сразу Сбербанк. Ну, пешком не дойду, надо проехать, да? Нет, тут можно пройти 10 минут пешком. Да? То есть я если вот так буду идти, Сбербанк... Прямо и справа будет? Немножко на той стороне, справа той Сбербанк. Стороне, да, на той стороне. Спасибо. Счастливо! Фикс прайс? Нет, я здесь его не встречала. А я видела тут в интернете, искала на этой стороне где-то и не нашла. А-а-а. Нет, вот так вот визуально не видела. Ага, спасибо. Не знаю где. Ну ладно. Все, ребят, всем пока. Всем пока.